Участники Всероссийского марафона «Сильная Россия, здоровая Россия» каждый день участвовали в спортивных соревнованиях. Шашки, настольный теннис, мини-футбол и волейбол, эстафетный бег. Открывают марафон состязания по шашкам в трех возрастных категориях. Затем прошли соревнования по настольному теннису. Первое место в возрастной группе 12-13 лет занял Артем Зинковец. Я люблю тушить больше и убивать, ну, как сказать, режущим ударом. Не тушить, это просто сильно очень ударить по мячику, чтобы он отскочил на поле противника. В первой игре средней возрастной группы победу одержал Данила Данилов из Калмыкии. Для него настольный теннис – возможность приятно используя провести свободное время. Занимаюсь я, 2 года занимаюсь. Ну так, любительски больше. Ну так, конечно, приглашают меня выступать за свой район, на республику ездить. Как получается, из своего района я самый спортивный, и вот поэтому выбрали именно меня и отправились в смену. 2 года в профессиональном настольном теннисе, участие в чемпионатах, желание получить мастера спорта и попасть в олимпийскую сборную. 15-летний Михаил Лысенко из Ставропольского края стал победителем. Завершают череду спортивных состязаний командные игры. Участники смены «Сильная Россия, здоровая Россия» проходят полосу препятствий «Рубеж». В одной команде 5 юношей и 4 девушки. Юноши преодолевают препятствия, девушки бегут и передают эстафету. Задача – пройти все этапы за минимальное время. Пять этапов – лабиринт, стена, туннель, бревно и метание дротиков. Тут проверяются и координация, и выносливость, и скорость. Мне полоса препятствий очень понравилась. На самом деле все легко даже. Правда, прыгнул неудачно рыбкой вот в туннель. Там пузом чуть не прочесал. Ну, так вроде я доволен своим результатом. На финише, правда, немного заминочка такая получилась. Я доволен очень своим результатом. Отличное препятствие. Очень устал. В военно-спортивной эстафете «Барьер» конкурентное преимущество зависит от девушек. Бег с препятствиями, передвижение по-пластунски и также, как у юношей, бревно и метание дротиков. Волнение, ты пытаешься не запутаться, ну, в общем-то, нужны. Это как бы проверка на твою скорость, как ты реагируешь на все полосу препятствий. Кто окажется быстрее в тараканьих бегах, не выпустит из-под контроля баскетбольный мяч и допрыгает до финиша на шаре. Самый сплоченный и спортивный отряд помогут выявить веселые старты. Все понравилось, все было весело. Да, самое тяжелое – это последнее решающее было. Тараканом, когда бежали. Мы очень старались. А девиз у нас таков – не впускать друг друга.